Labrīt! Šodien ir 17. aprīlis un klāt ir jaunas ziņas. Ziņas tiem, kas mācās latviešu valodu. Saeima atbalsta ilgāku ārkārtējo situāciju. Ārkārtējā situācija Latvijā turpināsies līdz 12. maijam. Šo valdības lēmumu apstiprināja Saeimas deputāti. Ārkārtas situācijā ir atcelti visi pasākumi klātienē, lai nesaslimtu. Citiem cilvēkiem nedrīkst iet tuvāk par 2 metriem. Uz veikalu jāiet pēc iespējas retāk. Bieži jāmazgā rokas. Saeima atbalsta ilgāku ārkārtējo situāciju. Nečņemt glagola atbalstīt, pat dzieržavēt, kā vi vidīt, cik glagola. Žulciņķī, načīt es atbalstu, tu atbalsti, viņš atbalsta. I viņi atbalsta. V danam slučaju nas sim padzieržavēt. Triecielico, paētamu atbalsta, padzieržavēt. Vapšie pomņam, šta forma triecielica idzinsna čisla očiņ palēznē. Pačimu? Uznājaci sivodņa v novastjah. Dalša. Ārkārtējs. Ārkārtējs. Čirizvičēni. Prasliežavēca koriņ kārta. Kārta – eto očirīts. Napriemēr, kārtas numurs. Nu, nemirok, ačirī, očirīdzīt. Baļnīca tako vēdējot i tak dālē. Jūsu kārta. Vaša očirīts. Jūsu kārta. Nu, to bieži, cipēr vy. Vaša očirīts. Izmatrīce – ārkārtējs, to jest vņe očirīdzi. V principe, mēs to slovo jau mogli bi perevesti, kak vņe očirīdnoj. Napriemēr, vņe očirīdnoj sabrānie. Ārkārtējā sapulce. Vot tak, to jest vņe očirīdzi, čirīz zvičēni. Što u nas dzies? Ārkārtējo situācija. Interesna, smatrīci. Ilgāku situāciju, nekančēnie u. Navērnē, vi poņeri, što eto akuzatīvs, потому что сим поддерживает кого что. Акузатīvs ilgāku situāciju, situācija 4. Sklanīņā, поэтому кого что окончание у. И как мы видим, ilgāku да подстроилась под ситуацию. Почему же в ārkārtējo окончание о? Разберёмся. В латышском есть определённые и неопределённые окончания у прилагательных. Какая разница, почему где-то используются определенные, где-то неопределенные? В русском же такого нет. Да и в других языках такого нет. Это особенная особенность латышского языка. Поэтому мы рады, что можем чему-то такому научиться. Правда? Смотрим здесь. О чем мы говорим? О чрезвычайной ситуации. Это что-то ежедневное, нормальное или все-таки что-то особенное? Да, само слово «чрезвычайный» в принципе уже показывает на то, что это что-то особенное. Но с другой стороны... Чрезвычайная ситуация как таковая, как концепция, как термин, ну, она может быть использована, ну, относительно часто. Но в данном случае мы говорим о чем? Мы говорим о конкретной чрезвычайной ситуации в Латвии. Только ее может поддержать или не поддержать Сейм. То есть конкретная ситуация. В каких случаях используется определенное окончание у прилагательного, если это конкретная ситуация или концепция для всех, как, например, Черное море. Мелна юра. Мелна юра. Для всех. Или, как в данном случае, чрезвычайная ситуация имеется в виду, вот, теперешняя ситуация, чрезвычайная ситуация в Латвии. То есть это что-то конкретное для всех, либо это что-то конкретное в нашем разговоре. К таким случаям мы еще придем. Теперь сначала запомним вариант, когда это конкретно для всех. Тогда мы используем у прилагательных определенное окончание. И понятно, что ārkārtējo, уже если оно связано с ситуацией, это как раз окончание
Акузативс. Аркартео – это определенное окончание. Акузативс. Илкс – илгаку. У нас есть илгаку. Слово илкс – долгий. В латышском языке есть даже такое имя – илга. Женское имя. Значит, долго ждали. Дождались свою илгу. Илгакс – илга. И, соответственно, илгаку – это более долгий или долгая, как мы здесь о ситуации, и в акузативс. Да, помним, акузативс в латышском не путаем. Ārkārtējā situācija Latvijā turpināsies līdz 12. maijam. Nu, вот, опять у нас ārkārtējā situācija. Это определённое окончание. Определённое окончание у прилагательного. Почему? Конечно, мы говорим об очень конкретной ситуации. Turpināsies. Turpināsies. От глагола turpināt, он тоже жёлтенький. Как сказать «я продолжаю»? Es turpinu. Tu turpini, viņš turpina. Turpināties, продолжаться. Возвратный глагол, как в данном случае. Чрезвычайная ситуация в Латвии будет продолжаться. Вот это turpināsies, будущее время. Līdz maijam, до мая. Līdz maijam, до мая. Предлог līdz требует дательного падежа. Дательный падеж. Līdz maijam, līdz aprīlim, līdz vasarai, līdz gada beigām. Проследите, как используется līdz дательный падеж. 12. maijam. 12. maijam. Дело в том, что порядковые числительные, как 12 мая, тоже имеют такие же самые окончания, как прилагательные с определенным окончанием. Ну и логично, ведь 12 мая – это особая концепция, правильно? Это не что-то так, где-то что-то. 12 мая – первый ребенок, пятый по счету. Понятно, что это что-то особенное. Поэтому, естественно, 12 мая – это 12 мая. И в данном случае до 12 мая līdz 12. maijam. Šo valdības lēmumu apstiprināja Saeimas deputāti. Начнём с конца. Saeimas deputāti. Депутаты Сейма. Я даже не выписала это выражение, вам понятно. Что очень важно, по-русски мы говорим депутаты Сейма или депутаты парламента. По-латышски, да, наоборот, Саймас депутаты, как бы Сейма депутаты. Привыкаем и говорим только так. Апстепринат, апстепринат. Видите, в конце апстепринат, это тоже желтенький глагол. Es апстеприну, ту апстеприни, винч апстеприна. Апстеприна я. Это всего лишь прошедшее время, они или он. Как мы знаем, в латышском нет разницы. Апстепринае, винч апстепринае или вини апстепринае, как в данном случае, кто апстепринае? Депутаты. Отлично. Лэмумс. Лэмумс – это решение. Лэмумс. Значит так, депутаты у нас утвердили. Давайте поставим вопрос. Тоже по-русски. Депутаты утвердили кого что? Конечно же, это акузативс, поэтому лэмуму. Вообще есть одно очень легкое правило. Если мы говорим о единственном числе, то в акузативс не сильно разбежишься. Слова первого, третьего и четвертого склонения будут иметь окончание у. Вот и все. Ламуму. И слова второго, пятого и шестого склонения будут иметь окончание и. Но об этом позже. Как только такое слово нам встретится, я вам покажу. Пока запоминаем. Первое склонение – это слова на «с» мужского рода, «мумс», как здесь. Третье склонение – не сказать, что много таких слов, но некоторые есть. Например, «тиргус». Угу. И четвертое склонение – очень часто слова такие встречаются. Например, «сайма». Если бы мы сказали, что, не знаю, народ –
утвердил Сейм, то это было бы таута обстиприная сайму. Вот он акузатив с нау. У-у-у. Легко? Конечно. Главное, не забываем, что если действие происходит по отношению к чему-то, как, например, здесь, решение утвердили. Кого что? Решение. То есть Сейм по отношению к решению принял какое-то действие, совершил какое-то действие. Какое действие? Утверждение. То есть утвердил. Сейм утвердил решение. Accusatives. И теперь посмотрим еще. Во-первых, слово «валдейба» означает правительство. «Валдейба». Просматривается корень «валдейт». Угу. И с помощью «иба» мы делаем существительное. Очень выгодная тоже форма. И, как вы видите и увидите еще не раз, что если у нас «иба», то на «и» у нас гаром заимя. «Валдейба». А теперь посмотрим на «шуа». «Шуа». «Шуа» — это акузатив от «шис». Например, это решение в номинативс. Например, это решение мне нравится. Это «шис лэмумс». «Мам патик». «Шис лэмумс». Но помним, что нам нужно сказать это все в акузативс. И понятно, что «шис лэмумс» — вот они, связанные слова. «Шуа лэмуму» — поэтому будет «шуа лэмуму» — это решение. И какое решение? Решение правительства. То есть это решение правительства утвердили депутаты Сейма. Все легко? Ārkārtas situācija ir atcelta visi pasākumi klātienē. Во-первых, сразу посмотрим на ārkārtas situācija. Ситуация чрезвычайной. Что же здесь произошло? У нас только что была ārkārtējā ситуация. Правда? Это еще один способ, как сказать чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация. Помним, в латышском мы можем взять существительное, поставить его в genitives, подставить его перед тем существительным, к которому оно должно относиться, и вот, вуаля, у нас уже есть а-ля прилагательное. Как в данном случае. Что такое ар-карта? Помним, что карта — это очередь, ар-карта — это вне очередь. Ну вот так. Оказывается, такое слово в латышском языке есть. Ар-карта. И, соответственно, ар-карта ситуация — это ситуация вне очереди. Вот и все. Если вам сложно пока запомнить такое слово, как ар-карта, еще и с определенным окончанием, можете использовать вот это. Ар-карта ситуация. Что еще супер выгодно, это то, что слово ар-карта склонять не надо. Например, сейчас чрезвычайная ситуация. Tagad ir ar-kārtas situācija. Или какое там предложение? В чрезвычайной ситуации. Ar-kārtas situācijā ir atcelti pasākumi. Вот-вот, ar-kārtas у нас даже не склоняется. Выгодно. То есть, выгодно нам знать, как используются существительные в genitives в качестве прилагательных. Посмотрим остальные слова. Отцелт – отменить. Глагол красненький, но есть один большой бонус. Видите ли вы там такой корень? Целт – поднимать, целю и так далее. Значит, соответственно, целт и отцелт будут спрягаться одинаково. Поэтому, если вы выучили целт, то тогда отцелт, вы сами понимаете, для вас как орешки. Отцелт – это отменить. Отцелты – отменены. То есть мероприятия отменены. Мероприятие – это пасакумс. Пасакумс. И какие мероприятия отменены? Все? Нет. Клатене. Хорошее слово, которое советую выучить. Хотя, если вы студент или недавно учились в университете, или хотя бы просматривали брошюры про высшее образование, вы знаете, что есть две формы образования. Клатенес и неклатенес. Очное, заочное. Неклатене. Или клатене. То есть, получается, клатене – это что-то, что происходит очно. Причем мы слышим, что в латышском это существительное. И, соответственно, если отменены все мероприятия, которые проходят очно, я даже не знаю, как это красиво перевести на русский язык. Что это за мероприятия такие? То бишь мероприятия, не знаю, с физическим участием? Или как это сказать? Если есть идеи, пишите. В любом случае, слово «клатене»
как бы очное присутствие, оно, кстати, относится к пятому склонению. И вот, пожалуйста, если мы говорим «кла тене», то это значит «в очном присутствии». То есть все мероприятия в присутствии участников отменены. Какие же тогда мероприятия проводить? Ну, конечно, онлайн, дистанционные. Например, самое время выучить латышский. Lai nesaslimtu, citiem cilvēkiem nedrīkst iet tuvāk par 2 metriem. Lai nesaslimtu. Šikārnišajā formā, для того, чтобы не заболеть. В латышском языке это отдельная категория, но делать это очень легко. Например, saslimt глагол, и к форме неопределённой мы просто добавляем u. Lai nesaslimtu. Более того, нету никакой разницы между различными числами и лицами. Например, чтобы мне не заболеть, или чтобы я не заболела, чтобы ты не заболела, и так далее. Будет lai es nesaslimtu, lai tu nesaslimtu, lai viņš nesaslimtu. То есть, как только мы выучили saslimtu, ну, или, соответственно, nesaslimtu, все легко. Более того, сразу советую учить эти слова, эту форму, именно в таком варианте. Lai nesaslimtu, чтобы не заболеть, или чтобы я не заболел, чтобы я не заболела. Потому что хорошо связано, четко связано с лай, чтобы. Ну, например, чтобы что-то сделать. Например, чтобы что-то сделать, мне нужно вылечиться. Lai kaut ko izdarītu. Вот так. Saslimt, nesaslimt, lai nesaslimtu. Citiem cilvēkiem nedrīkst iet tuvāk. Недрикст, дрикстет, глагол, который вызывает, я бы даже сказала, определенные споры, по крайней мере, не до конца понимания. В русском языке у нас есть «мне можно», «мне нельзя». То есть мы используем дательный падеж «мне можно», «мне нельзя». Скажу честно, довольно многие латыши под влиянием, возможно, русского языка говорят примерно так «man недрикст». Да, понятно, люди так говорят, но литературно это неправильно. Поэтому на экзамене заработаете минус. Зачем он вам нужен? Поэтому этот глагол спрягается... Давайте вспомним английский язык для того, чтобы как бы привыкнуть к этому спряжению. По-английски тоже есть 2 варианта. Во-первых, I can, я могу физически, и I may, я имею на что-то разрешение. И там нету никакого dative, там I may, you may и так далее. Вот точно так же у нас с латышским. Es drīkstu, tu drīksti, viņš drīkst, viņš drīkst. То есть вот эта форма drīkst, это по сути он может или они могут. В смысле имеют решение, разрешение. Я бы даже советовала так его и запоминать, определение этого глагола, перевод этого глагола. Drīkstēt – иметь разрешение. Вот она и разница. Даже иногда бывает, что в школе, в университете поднимает ученик, студент руку и говорит «Vai es varu?» Ну, «Я могу». И преподаватель отвечает «Es nezinu, vai tu vari, bet tu noteikti drīksti». Сейчас переведем. Например, ученик поднимает руку и говорит «Vai es drīkstu pajautāt?» Vai es varu pajautāt, atvainojiet, vai es varu pajautāt, могу ли я спросить, vai es varu pajautāt. И вот по-латышски vai es varu означает, могу ли я это сделать физически. Конечно, в разговорном языке давно используется vai es varu для того, чтобы спросить, могу ли я во всех значениях, конечно же. Ну, просто чтобы вы поняли значение слова drīkstēt. Ну и вот преподаватель отшучивается и говорит, ну, я не знаю, можешь ли ты физически, но разрешение ты имеешь. Es nezinu, vai tu vari, bet tu noteikti drīksti. Вот так? Да, еще раз скажу. Конечно, в разговорном языке говорят man drīkst, лучше не надо. И, конечно же, в разговорном языке говорят es varu, tu vari и так далее. Вот это можно использовать. Просто получается, что у глагола «варет» появляется дополнительное значение. Мочь не только физически, но мочь, как иметь разрешение. Не самый страшный вариант. Но вот «мандрикст» не надо. Дальше.
глагол «ет», «идти», мы его знаем, в данном случае означает «подходить». «Тувак». «Тувак» — это «ближе». «Пар дивием метрием». «Ближе 2 метров». Получается, «ближе, чем 2 метра». «Ближе 2 метров». «Пар дивием метрием». Еще раз у нас появляется глагол «ет», и сейчас мы его разберем. «Узвейкалу я ет пет еспеяс ретак». «Узвейкалу» — в магазин. «Уз» требует управления акузатив. «Узвейкалу». Итак, как мы окончание акузатив знаем прекрасно, в большинстве случаев это «у» в единственном числе, иногда «и». «Узвейкалу» — без проблем мы можем сказать «узвейкалу» — в магазин. Дальше у нас «я ет». Немножко, возможно, пугающая форма, но она такая легкая. Сейчас все объясню. Это глагол «ет» — «идти». И «я ет» означает «надо идти». «Надо идти». В смысле «надо», потому что есть такая потребность, необходимость, или «надо», потому что кто-то заставил. Например, «ман я ет». Ну, «мне надо идти». Используют очень обширно «я ет», «ядара», «ядзет» и так далее. А как эта форма образовывается? Нам нужно знать третье лицо единственного числа. Для красненького, сложненького глагола «ет» он идет, это будет точно так же «винч ет». S-A-U to A, «винч ет». Соответственно, к этой форме он идет, «винч ет», подставляем «я». Вот и все. Узвейкалу я ет петиеспеес реттак. Петиеспеес – очень хорошее выражение. Еспея – это возможность. Петиеспеес – по возможности. Реттак образовано от ретти – редко. Соответственно, реттак – реже. Бежи я мозга рокас. Смотрите, мы опять встречаемся с этим наклонением. Я мозга нужно мыть. Надо мыть. Опять-таки глагол мазгат, и так как он у нас зеленый, тут вообще все очень легко. Es mazgāju, tu mazgāviņš, mazgā. Так вот, к этой форме мазга мы добавляем я, и все. Часто надо мыть руки. То есть мыть руки часто. Бежи. Часто я мазга надо мыть руки. Rokas. Tik elementāri. Lasīsim vēlreiz ar pauzēm. Saima atbalsta ilgāku ārkārtējo situāciju. Ārkārtējā situācija Latvijā turpināsies līdz 12. maijam. Šo valdības lēmumu apstiprināja Saimas deputāti. Ārkārtas situācijā ir atcelti visi pasākumi klātienē. Lai nesaslimtu, citiem cilvēkiem nedrīkst iet tuvāk par 2 metriem. Uz veikalu jāiet pēc iespējas retāk. Bieži jāmazgā rokas. Nu ko, es ceru, ka jums bija interesanti. Rīt turpināsies ziņas tiem, kas mācās latviešu valodu. Abonējiet!